каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Кызыле из заложенных телефонных звонков о бомбе было эвакуировано более 2100 человек. По регионам России прокатилась волна ложных сообщений о минированиях. Эвакуации административных, образовательных, лечебных учреждений проводились в Орле, Смоленске, Иванове, Липецке, Владимире, Краснодаре, Ставрополе и других городах, сообщает информационное агентство «Регнам». Как доложил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Алдынол Кулар, в Кызыле 29 января примерно с 16 часов 30 минут на официальные электронные адреса различных государственных и муниципальных учреждений начали поступать анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. По его словам, в сообщениях указывались здания, гимназия номер 5 города Кызыла, Кызыльского президентского кадетского училища, дома ребенка, дома правительства республики. Для проверки поступившей информации были мобилизованы все силы правоохранительных органов и спецслужб республики, в том числе взрывотехники и кинологи. Были проведены проверки всех объектов, на электронные адреса которых поступили анонимные сообщения. Дополнительно проверены все образовательные и лечебные учреждения Кызыла. Из проверяемых зданий, по данным МВД региона, было эвакуировано 2174 человека. Каких-либо взрывных устройств в проверенных объектах не найдено. По имеющимся в правоохранительных органах данным, подобные анонимные письменные сообщения посредством сети интернет и телефонные звонки о минировании зданий начали поступать с середины января 2019 года практически во всех городах России. В соответствии с законом республики об установлении запрета на розничную продажу алкогольной продукции, мэрии Кызыла 4 и 5 февраля, а именно в дни празднования Шага, во всех торговых точках, кроме предприятий общественного питания, розничная продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, запрещена. Рекомендуется руководителям предприятий общественного питания в целях создания условия для здорового образа жизни и борьбы с алкоголизацией населения снять с реализации в день праздника алкогольную продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. Запретить гражданам, принимающим участие в праздничных мероприятиях, проносить с собой алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе. В Главном управлении МЧС региона рассмотрены результаты работы ведомства за 2018 год и уточнены задачи на 2019. По повестке дня рассмотрено 5 вопросов. По результатам проведения профилактических работ сотрудниками государственного пожарного надзора на территории республики по сравнению с прошлым годом достигнуто снижение количества погибших на пожарах людей на 31%, а травмированных на 15%. Снижено не только количество погибших и травмированных людей, но и количество бытовых пожаров стало на 5% меньше. В целом на протяжении последних 6 лет в Туве отмечается положительная тенденция в данном направлении. Начальник Главного управления МЧС Андрей Назаров обратил внимание на необходимость организации более тесного взаимодействия с руководителями муниципальных органов республики по данному вопросу. Граждане могут запрашивать в Бюро кредитных историй не только свои досье, но и персональный кредитный рейтинг. Такие поправки вступают в силу 31 января. В теории они должны облегчить жизнь потенциальным заемщикам. Им станет проще оценивать, как они выглядят в глазах кредиторов. Однако на деле все может оказаться не так просто. Возможность узнавать свой кредитный рейтинг россияне получили благодаря изменениям в закон о кредитных историях. В новой версии документа, вступающей в силу 31 января, уточняется, что 2 раза в год каждый житель страны может сделать запрос бесплатно. Но лишь раз в год отчет можно получить на бумаге. И любое количество раз за плату. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 9 копеек, евро 75 рублей 57 копеек. Вятские мехобелка в вашем городе. Большой выбор шуб, рассрочка, низкие цены. С 28 января по 2 февраля. ЦУМ. Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев и Татьяна Абрамова в комедии «Притворство и любовь». 11 февраля в Национальном театре.
29 января около 21 часа в дежурную часть ГИБДД Кызыла поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии – наезде на пешехода. Установлено, что 32-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь по Ангарскому бульвару, сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что согласно правил дорожного движения, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость или остановиться перед ним, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее. Тува заняла 13 место в России и первое место в Сибирском федеральном округе по онлайн-урокам финансовой грамотности. В образовательных организациях республики осенью прошлого года проходила сессия проекта «Онлайн-уроки финансовой грамотности», организатором которого выступал Центральный банк России. Общий охват слушателей по республике составил 51%, или из 174 школ в обучении приняло участие 89. Почти 6 тысяч школьников Тувы приняли участие в 470 онлайн-уроках по финансовой грамотности. Эксперты Банка России рассказали ребятам о том, как составить личный финансовый план, правильно брать кредит, зачем нужна страховка и о многом другом. В итоге республика по охвату школ онлайн-уроками заняла 13 место в Российской Федерации и первое место в Сибирском федеральном округе. Все получилось благодаря совместной работе Национального банка по Республике Тыва и Министерства образования и науки региона. Туве предварительно удалось войти в 7-е место из 8 программ национального проекта здравоохранения. Итоги защиты региональных заявок глава республики обсудил в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. По информации Минздрава региона, все проекты, которые будут реализованы в Туве по линии нацпроекта, оцениваются в сумму около 1 миллиарда 500 миллионов рублей. В рамках нацпроекта планируется значительно расширить и укрепить инфраструктуру здравоохранения. Предполагается, в частности, оказать серьезную помощь региональному сосудистому центру и его отделению в Барун-Хемчегском районе. Предусматривается модернизация онкологической службы в Туве. Кроме строительства нового здания для онкодиспансера, в рамках нацпроекта запланировано создание центра амбулаторной онкологической помощи, функции которого входит диагностика онкозаболеваний. Будет существенно. На 32 наименования оборудования переоснащен действующий онкологический диспансер. Среди важнейших мероприятий нацпроекта – создание единого цифрового контура в здравоохранении, а также единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Приоритетом всей системы здравоохранения республики была и остается подготовка кадров. Сотрудники МВД Тувы заняли 3-е общекомандное место в чемпионате ведомства по боевому самбо. В турнире, который прошел в северной столице страны в Санкт-Петербурге, приняли участие более 60 команд и 850 спортсменов из различных подразделений полиции России. Туву представляла команда, в состав которой вошли 11 сотрудников различных подразделений регионального ведомства. Вот когда только стали там... Это время, в последнее время они по боевой самбо же подготовились, потому что я вот тренер, работаю вот, по боевой самбо. 15 года работал по боевой самбо, они недавно работали, я работал это по боевой самбо, поэтому я иногда вот составляешь руки-ноги ударной техники, а иногда вот они же иногда борется, отказывается, это по боевой самбо самый главный порцию надо подготовить. Впервые приняв участие в чемпионате МВД России по боевому самбо в 2018 году, команда полицейских из Тувы заняла 12-е общекомандное место. В этом году наши коллеги улучшили свой результат, войдя в тройку сильнейших команд среди территориальных органов России. Мы показали очень хорошие результаты. У нас в личном зачете Ондар Ренат, младший сержант полиции, полицейский конвоир, занял 3-е место, чем
выполнил норматив мастера спорта России по боевому самбо. Вот двое наших сотрудников, это начальник отделения отдела специального назначения ГРОМ, старший лейтенант полиции Саргар Эчистал, пятым, а также полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД по городу Кызыл, младший сержант полиции Сана Мерген, также занял пятое место. То есть они с минимальным там счетом проиграли за третье место. Вот. Другие сотрудники, другие члены команды также неплохо побились и там прошли несколько, три круга. Некоторые там по 5 боев сделали. Спорт является одной из форм совершенствования профессионального мастерства личного состава подразделений полиции. А повышенный интерес к самбо объясняется тем, что полицейским порой приходится применять приемы самбо при исполнении служебных обязанностей. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 30, минус 32 градуса, днем минус 18, минус 20 градусов.